мертва. Леша, да. Два. Дети, записываем домашнее задание. Ой, мне звонят, нужно выйти. Нет, я не могу говорить, у меня урок. Все двое пока. Да. Да, я могу разговаривать. Так, дети, вы выполняете вообще задание или как? Да, хорошо. Скоро иду проверять. Да. А можно потише? Чуть-чуть на себя, смотрим в объектив, рассматриваем клетку. Молодцы, дети, опускаем штатив. Почему опоздала? Я проспала. Ну, марш директору за разрешением. Вика, ты куда? На урок. Так сейчас же середина шестого урока. Я проспала. Вика, марш к директору. Маргарита, принеси, пожалуйста, свой дневник. Гордон, дневник. Сейчас. А я Барби Герл, я люблю Диро. Ведь он с ксилитом и даже с карбамитом. Еще люблю тик-так, он вкусен натощак. А дневника нет. Ребята, у нас с вами сегодня по плану контрольная работа. Убирайте все со стола. Ребята, контрольная работа. Убираем все со столов. Вика, хочется кушать. Скорее плохо. Здравствуйте, можно заказать пиццу? Ребята, кто будет? Я! Илья, добрый день. Скажи, пожалуйста, ты с уставом школы знаком? Знаком. Какой должен быть стиль у нас одежды? Деловой. Деловой. А что является главным атрибутом одежды делового стиля? Галстук. Галстук. А где наш галстук? Смотри, какой ты аккуратный, красивый, а галстука нет. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день, проходите, пожалуйста. Так, хорошо. Тебе купили галстук? Здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Проходите, пожалуйста. А где ты его делал? Почему ты его не знаешь? Здравствуйте. Здравствуйте, Леша. Проходите. Ну что такое?
нам домой нужно звонить, родителям говорить о том, что добрый день, что галстук нужен. Ну, будем надеяться, что ты его обязательно завтра наденешь, галстук, да? Здравствуйте. Да. Добрый день, Саша. Хорошо. Все, мы надеемся, что с завтрашнего дня ты будешь в галстуке.